Привет, друзья! У меня для вас сегодня есть потрясающая новость, которая позволит вам начать зарабатывать около 50 тысяч рублей, имея всего лишь телефон с интернетом, WhatsApp и ноль вложений. Об этом методе заработка я узнала совершенно случайно от своей подруги. Подругу зовут Юля. Она уже год занимается этой темой. И когда я узнала, что реально на этом можно заработать, и при этом ноль вложений, никаких вложений делать не нужно, я просто была в шоке. Я сказала: вау, вы должны записать курс, вы должны поделиться об этом с другими людьми. И поэтому смотрите это видео внимательно, я вам в этом видео расскажу всю схему заработка. И на самом деле эта информация продается в интернете на дорогущих тренингах, которые стоят порядка 30 тысяч и более. Поэтому оставайтесь до конца, смотрите это видео и узнайте, как можно зарабатывать порядка 50 тысяч рублей в месяц, имея телефон, WhatsApp и ноль вложений. Сама Юля не ас в компьютерах, и в принципе, чтобы зарабатывать по ее методике, не нужен компьютер вообще. Можно зарабатывать на телефоне, на планшете, а в принципе на компьютере тоже можно зарабатывать, но это не обязательно. И так как Юля сама не ас в компьютерах, то это видео записываю для вас я, Ольга Аринина. Извините, забыла представиться, меня зовут Ольга Аринина, и я уже 5 лет зарабатываю через интернет. Я не работаю на наемной работе и имею большой уже опыт в интернет-бизнесе. Я знаю много разных методик заработка, но до недавнего времени я была просто уверена, что зарабатывать с помощью телефона нельзя. Да и в принципе спросите любого гуру интернет-заработка, вам однозначно все будут говорить, что нужен компьютер для настройки бизнеса. Да, это действительно для большинства случаев это так, это правда, чтобы построить бизнес через интернет, нужен компьютер. Но многие мои подписчики не имеют компьютера, а если имеют, то не знают, как с ним правильно обращаться, это неуверенные пользователи ПК, и они сталкиваются с массой технических трудностей. И поэтому вам сегодня особо повезло, потому что вы сейчас смотрите это видео и узнаете о методике, методика, которая называется «Денежный мобильник». И, конечно же, я думаю, что в первую очередь вас интересуют деньги, вас интересуют доказательства, сколько же на самом деле можно зарабатывать на этой методике. А вот скрин поступления на карту Юли. На скрине видно, что каждый день поступают платежи. 500 рублей, 750, еще 750, 1050, 2400, 500 рублей и так далее. Суммы небольшие, но поступают они напрямую на карту, минуя всяких посредников, сразу вам на карту. Не нужно платить за какие-то сервисы, комиссии, не нужно покупать хостинги, рассылки, не нужно закупать рекламу, ничего этого делать не нужно. Главная особенность этого способа заработка – можно работать на компьютере, на планшете и даже на телефоне, главное, чтобы был подключен интернет. Не нужно делать сайты, не нужно делать какие-то рассылки, не нужно устанавливать программы, какие-то сложные программы, изучать их, устанавливать. Ничего это делать не нужно. Работать вы можете из любого города и даже деревни. Не нужно вложения делать в рекламу, не нужно делать вложения в сервисы, абсолютно ноль вложений. И работа эта занимает 1-2 часа в день, это в первое время, а потом меньше и меньше. Средний доход от этого вида заработка составляет около 1500 рублей в день, а летом этот заработок достигает до 3000 рублей в день. И я вам позже объясню, почему это происходит. Это быстрые деньги. Действительно быстрые деньги, которые вы сможете заработать уже сегодня, завтра. То есть это очень реально быстро. Если у вас есть телефон с интернетом, если у вас есть WhatsApp, ну я думаю, что не проблема его установить, если вы готовы затратить 1-2 часа в день, тогда этот способ вам отлично подойдет. Итак, давайте перейдем к сути заработка. В чем заключается суть заработка, на чем вы будете зарабатывать? А зарабатывать вы будете на посуточной аренде чужих квартир. Да, обращаю ваше внимание, что не нужно иметь свои квартиры, и это не субаренда. Все намного-намного проще. Итак, вот смотрите, перед вами сейчас схема. Есть владельцы квартир, которые хотят сдать свои квартиры посуточно. Есть туристы, которые хотят снять эту квартиру. И с помощью методики «Денежный мобильник» вы сможете получать заявки на аренду квартир от туриста, передавать эту заявку владельцу квартиры и получать свои комиссионные. Комиссионные вам начисляют сразу же на вашу карту. Вот давайте посчитаем. К примеру, средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры, я буду говорить для Казани, вы можете посмотреть это абсолютно для любого города. Значит, двухкомнатная квартира, аренда составляет 3500 рублей в сутки. И обычно туристы приезжают не на один день, они приезжают на несколько дней, на 3 дня, на неделю. Ну, минимум обычно на 3 дня приезжают, летом больше остаются. Итак, турист платит за аренду квартиры
3500 умножаем на 3 дня, если он приехал на 3 дня, заплатит турист 10 500 рублей. И ваши комиссионные составляют 10%. То есть вы получите 1000 рублей, ну, 1000 рублей, 1050 рублей. В среднем около 1000 рублей вы получите. Причем эти комиссионные начисляются вам сразу на карту. А давайте теперь посмотрим вот сайт, где сдаются квартиры. Это сайт booking.com. А если турист приехал на неделю, давайте забьем даты, допустим, вот он приехал на неделю, допустим, у нас приехала семейная пара, и вот ей, этой семейной паре, нужна квартира на недельку, они приехали отдохнуть. Давайте посмотрим, сколько это будет стоить для них. Так, давайте сразу поставим галочку, что апартаменты нам, отели не нужны, а именно сколько будет стоить квартира на неделю. Вот, смотрите, первый вариант 42 тысячи апартаменты Каскад, и комиссионные ваши составят 4200 рублей. А здесь, если вот эту квартиру они арендуют, то 2300 рублей. Так, тут все сдано. На самом деле спрос очень большой. Видите, да, что пользуются спросом, и большинство квартир уже сдано. О чем это говорит? Что просто сумасшедший спрос на квартиры. А вот эта квартира 15 тысяч, то есть 1500 ваши. А в этом случае 1900 рублей ваша комиссия составляет. А вот вы это все можете посмотреть, сколько стоит квартира, аренда квартир в вашем городе, в каком-то большом другом городе, допустим, Москва, Петербург, куда люди приезжают для туризма, для отдыха, для командировок. И можете посмотреть, сколько составляют, сколько будет составлять ваша комиссия. И хочу сказать, вот вы видите, да, что пользуется спросом. Очень много квартир, особенно пользуются спросом сейчас летом. Летом очень много этих заявок от туристов. Теперь давайте посмотрим другой сайт. Это сайт Авито. Сайт Авито. Сколько здесь стоят квартиры? Если вы посмотрите, то в принципе здесь цены указаны недорогие. 2000 рублей за сутки, тут 5000 рублей за сутки, 1500, 2000 рублей за сутки. И на самом деле это не актуальные цены. Не актуальные цены. И в основном люди приезжают в выходные, приезжают в праздничные дни. И вот эти цены в праздники, выходные дни и в летний период, тоже в летний период, эти цены возрастают. То есть цены, которые здесь указаны, это указаны в какой-то самый такой, самая минимальная цена, в самый-самый невостребованный период, когда туристы мало ездят. И то есть это на самом деле цена не актуальна. И давайте сейчас проверим, за сколько на самом деле сдаются эти квартиры. Давайте, например, вот эту квартиру мы сейчас откроем, посмотрим. И вы убедитесь, что на самом деле это минимальная цена, по которой фактически квартира, ну, редко когда сдается. Вот, и мы тут видим, да, на майские праздники цена квартиры 8000 рублей в сутки. Вот и посчитайте, человек приехал, допустим, минимум на 3 дня, заплатил 24 тысячи, а ваш доход составляет 2400 рублей. И сейчас хочу для убедительности, хочу все-таки позвонить по некоторым номерам, и вы услышите на самом деле актуальные цены, сколько сейчас у нас апрель, и сколько будет стоить квартира на выходные, сколько будет стоить на майские праздники. Давайте я сейчас позвоню, и вы услышите на самом деле актуальные цены. Алло. Алло, здравствуйте. Я по объявлению звоню, квартиру ищу. Вот на Авито. Наверное, на майские праздники еще, наверное, да? Ну, не совсем, на вот эти выходные 25 по 28. На 3 суток получается. Так, 25 по 28. Да. Свободно. Свободно, да? Свободно. Угу. Свободно, да. Хорошо. А сколько будет стоить? 3500 будет стоить. 3500 сутки, да? Да. Угу. А, ладно, хорошо. Я еще... Вы на чем приезжаете? На машине приезжаете? Да. Или вы работаете? Нет, на машине. Дополнительный парковка будет чем-нибудь включено. В смысле, еще плюс парковку платить надо? Нет, имеете в виду. Там уже стоимость. Дополнительная, да? Парковка у вас есть. Угу. Ладно, хорошо, спасибо. Я еще варианты посмотрю, если подойдет, то я вам перезвоню. Давайте. Спасибо, до свидания. Итак, как мы видим, вот эта квартира, которая указана здесь за 2000 рублей в сутки, на самом деле стоит 3500 рублей в сутки. Также владелец квартиры спросил меня про праздничные дни, потому что праздничные дни уже большинство квартир раскуплено, а спрос туристов очень-очень высокий, поэтому найти заявки туристов – это без проблем. Давайте я еще позвоню по другому номеру и еще узнаем, сколько стоит квартира. Алло, алло, здравствуйте. Я звоню по объявлению. Да, мне вот нужна квартира двухкомнатная. Скажите, вот с 3 по 5 мая у вас свободна квартира? Сейчас посмотрю. Да, свободна. А, хорошо, а сколько стоит? Вычислила 5000 рублей в сутки. 5000 рублей в сутки, да? Угу. А, ладно, хорошо, спасибо большое. Я подумаю и перезвоню. До свидания. Да, до свидания. Алло. Алло, здравствуйте.
Я по объявлению звоню. Двухкомнатная квартира на Чистопольской. Меня интересуют даты с 25 по 28. Свободная квартира и сколько стоит? Да. Не поняла? Да, не то. Хорошо, ясно. Спасибо, до свидания. Итак, реальная стоимость квартиры на самом деле больше, чем заявлено здесь, вот, допустим, на Авито. И квартира стоит 3500-5 тысяч рублей за сутки в среднем. Таким образом, давайте посчитаем, сколько составит ваш заработок. Допустим, человек приехал на 3 дня, заплатил по 5 тысяч за квартиру, 15 тысяч он заплатил, 1500, 10% – это ваш заработок. А чаще всего туристы еще продлевают аренду, то есть берут в аренду квартиру на 3 дня, а остаются еще на несколько дней. И это возможность увеличить ваш доход. И я уже слышу возражения. А если я живу в деревне, если я не живу в Казани, или там в Питере, или в Москве, о какой сдаче квартиры тут можно говорить? Отвечаю. Плюс этого метода в том, что вы можете зарабатывать, находясь абсолютно в любом городе или даже деревне. Например, Юля, моя подруга, она живет в маленьком городке, город Воткинск Подмурской Республики. И квартиры она сдает в Казани, удаленно. С таким же успехом она может сдавать квартиры в абсолютно любом другом городе. Может в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Новосибирске, где угодно, в любом другом городе она может сдавать квартиры. И для этого не нужно находиться в этом городе. По методике «денежный мобильник» вы сможете зарабатывать и в России, и в Украине, и в Казахстане. Эта методика подходит для любой страны. Итак, что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать от 1500 рублей в день, имея в наличии всего лишь телефон? Итак, дорогие мои, всего 4 шага. Первое. Нужно разместить фейковое объявление на определенных площадках в интернете, принять заявку от туриста, перенаправить эту заявку владельцу квартиры и получить свои комиссионные. И все это абсолютно без вложений денег. Об этом из вас многие просили. Так вот он, ваш вариант заработка. Да, это не миллионы. Но я думаю, что получать дополнительно 50 тысяч рублей в месяц – это совсем неплохо. Согласитесь со мной. И если вы хотите зарабатывать 100-200 тысяч рублей в месяц в интернете, и при этом вы абсолютный чайник в компьютерах, то, увы, это просто ваши розовые мечты. Чтобы зарабатывать 100-200-300 тысяч рублей, недостаточно просто телефона. Это вы должны усвоить, должны понять. Для этого уже нужно много уметь, много знать, много делать. Это уже уровень бизнеса. Я же вам здесь предлагаю именно дополнительный доход, который вы можете совмещать с вашей основной деятельностью. И доход здесь будет составлять 50, а максимум 100 тысяч рублей в летний период. И доход, вот этот доход 50 тысяч рублей в месяц, он это реальный, это цифры реальны для новичка. Поэтому я считаю, что методика денежной мобильной просто идеальна для новичков, у которых нет компьютера, или слабые навыки работы на компьютере, или просто нет денег для вложений в бизнес. И еще один прекрасный такой вот момент. Вам не придется постоянно размещать объявления, постоянно там 1-2 часа работать. Нет. Сейчас, поработав почти год в этой теме, Юля не размещает объявления, она не сидит часами у компьютера, да и вообще она не сидела у компьютера, потому что все это она делала через телефон. В первое время Юля действительно активно размещала объявления, и за это время... За время работы у нее уже сформировалась база заказчиков, база туристов, которые повторно заказывают у нее аренду. Дело в том, что есть такая категория туристов, так скажем, заказчиков, это командировочники или сетевики, люди, которые приезжают в другой город по работе, на обучение, и приезжают они постоянно на регулярной основе. И это значит, что применив небольшую хитрость, о которой вы узнаете в курсе «Денежный мобильник», вы сможете получать заявки на автомате. Люди будут постоянно заказывать у вас аренду. И ваша задача будет только перенаправлять заявку и получать свой доход. Все достаточно просто. Но, как и в любом деле, есть, конечно, свои тонкости, есть свои хитрости, которые известны только практикам. Как правильно составлять объявление, где именно эффективнее разместить, когда разместить, как обработать заказ, как не нарваться на мошенников, как гарантированно получить свой доход. И чтобы вам было проще запустить эту схему заработка, начать получать доход, Юля по моей просьбе записала пошаговый видеокурс, который поможет любому новичку начать зарабатывать на чужих квартирах, на туристов уже в ближайшие дни. Причем, напомню, это все без создания сайтов, без запуска сложной рекламы, без вложения денег. Специально по моей просьбе Юля записала для вас пошаговый видеокурс, который состоит из 7 видеоуроков. Первый урок – рассказывается общая схема заработка. Второй урок – подготовка идеального объявления, которое будет приводить вам толпы заказчиков. Третий урок – размещение объявления на площадке 1. Четвертый урок – размещение объявления на другой площадке. Пятый урок – обработка заявок.
6-й – перенаправление заявки и получение комиссионных. И 7-й урок – это увеличение масштабирования вашего бизнеса, масштабирование, увеличение вашего заработка. Кроме этого, в видеокурс входят дополнительные материалы, которые помогут вам быстрее освоить этот заработок. Это шаблон объявления, скрипт разговора с туристом, скрипт разговора с владельцем квартиры. И на изучение всего этого курса у вас уйдет всего лишь 30 минут. 30 минут. Юля дает в своих уроках только практические советы, важную информацию без лишней воды. Поэтому сразу после изучения курса вы сегодня же сможете приступить к внедрению и получению своих первых комиссионных. Итак, если вы готовы уделять этой простой работе 1 час в день, чтобы уже через месяц начать получать свой дополнительный доход порядка 50 тысяч рублей в месяц, слушайте дальше очень внимательно. Мы подготовили для вас 2 варианта старта. Первый вариант, в него входит 7 видеоуроков курса «Денежный мобильник» и дополнительные материалы, то есть все, что нужно для самостоятельного запуска этого бизнеса. Все скрипты разговоров, шаблоны вы все получите. Но этот тариф предусмотрен для самостоятельного изучения. Если вы уверенный пользователь, если вы вообще сам по себе уверенный человек, то вам подойдет этот вариант. В этом варианте не будет поддержки автора. И второй вариант, он называется премиум. В него входит курс «Денежный мобильник», дополнительные материалы, все скрипты, шаблоны, а также дополнительный премиум урок. В этом уроке Юля делится еще одной своей крутой фишкой, как попасть в специальные WhatsApp-чаты владельцев квартир-посуточников. Вы сейчас не осознаете, скорее всего, что это значит, но реально, поверьте мне, это значительно сократит ваше время на обработку заказов. Это значительно облегчит вам работу, ускорит. То есть вы будете еще меньше тратить время на свою работу и на получение дохода. Кроме этого, вы получите доступ в закрытый обучающий клуб, проверку домашних заданий автором. Все ваши шаги будут проверяться, контролироваться. Вы получите поддержку автора. Итак, все ваши действия в этом варианте будут проверяться. И если у вас возникнут по ходу внедрения какие-либо вопросы, то автор Юля, она поможет вам их разрешить. Поэтому, если вы не уверены в своих силах или просто хотите иметь поддержку от самого практика, от Юли, то выбирайте вариант премиум. Итак, друзья, сколько же стоит этот обучающий курс? Как я уже вам сказала ранее, найти подобную информацию вы можете на дорогущих тренингах стоимостью от 30 тысяч рублей. Но мы, конечно, понимаем, у вас, как у новичков, нет таких больших денег, поэтому мы сделали для вас минимальные цены. Итак, тариф стандарт сегодня стоит 1290 рублей, тариф премиум с поддержкой автора 1990 рублей. Но эти цены будут повышаться. Когда таймер истечет, то цены повысятся. Сейчас под этим видео появилась кнопка, кликайте на нее и выбирайте свой вариант старта, свой тариф. На странице с тарифами вы увидите актуальные цены и таймер. И, возможно, к этому моменту, когда вы смотрите это видео, цены уже увеличились. Поэтому не мешкайте, кликайте на кнопку и выбирайте ваш вариант. Сразу после оплаты вы получите доступ к курсу «Денежный мобильник», ко всем материалам и сможете сразу же приступить к изучению. А уже через 30 минут сможете приступить к внедрению и, собственно, к самому заработку. Всего 30 минут вам нужно для того, чтобы изучить курс и стартануть. Но я считаю, что это вообще, это на самом деле простейший вариант, идеальный. И на самом деле я просто когда узнала об этом, о варианте заработка, и что это реально все работает, и простой человек может на этом зарабатывать, я просто была в шоке. Поэтому пользуйтесь вот этим шансом, выбирайте ваш вариант и приступайте к изучению, приступайте к заработку. Методика проверена и действительно приносит быстрые деньги, даже если вы полный чайник. Я вам еще раз показываю сейчас скрин карты Сбербанка Юли. Здесь видно, что деньги поступают каждый день. Каждый день поступают заявки и каждый день ей перечисляют комиссию. В день Юля обрабатывает от 1 до 3 заявок, это в среднем. И в среднем ее доход около 2000 рублей в день. Сейчас летом этот доход будет только увеличиваться и увеличиваться в несколько раз. Поэтому не сомневайтесь, это реально самая простая схема заработка, которую я только видела. А видела я, на самом деле, очень немало. Ну и, конечно, мы полностью уверены в данной методике, поэтому смело можем дать вам следующие гарантии. Первое – это гарантия качества. Вы получите подробные пошаговые уроки. Второе – гарантия поддержки. Это гарантия для варианта премиум.
И также вы получите гарантию результата. Если вы выполните все домашние задания и в течение 30 дней не сможете заработать ни копейки этим способом заработка, то мы вернем вам деньги. Также эта гарантия поддержки, гарантия результата распространяется только на тариф премиум. Обратите на это внимание. Так как только в этом тарифе, в тарифе премиум, мы сможем проконтролировать вашу работу. Юля сможет вам помочь, если вы где-то там вдруг накосячите, где-то что-то неправильно сделаете. В тарифе же стандарт вы все делаете самостоятельно, поэтому результат зависит только от вас. И мы никак не сможем повлиять на ваш результат. Поэтому, если вам нужны гарантии поддержки, гарантии результата, выбирайте тариф премиум, нажимайте на кнопку под этим видео и делайте ваш заказ. Ваше вложение в обучение окупится уже через несколько дней. Вам нужно всего лишь обработать 2-3 заявки, и вы уже выходите в плюс. Мы с вами видели цены, я вам показала, какие цены на квартиры в Москве и Питере, это еще будут выше цены. Вы уже представляете, сколько вы сможете зарабатывать, поэтому не мешкайте, делайте ваш заказ. Через пару дней вы уже сможете получать ваши комиссионные, ваши первые заработанные деньги, и к концу месяца вы спокойно выйдете на доход 50 тысяч рублей в месяц. А летом еще ближе к лету, вот сейчас майские праздники, потом лето, это все больше, больше, больше ваш доход будет. Итак, получайте в свои руки самый простой, самый эффективный способ заработка для новичка и начните уже зарабатывать. Уделять этой работе вам нужно будет всего 1 час в день. Друзья, а хотите вот прямо сейчас услышать и увидеть автора курса, саму Юлю? Думаю, что, конечно, вы хотите убедиться, что это реальный, живой, что это обычный человек, это не фейк, это не выдумка. Поэтому я сейчас передаю слово Юле, автору курса «Денежный мобильник». Привет, друзья! Меня зовут Юля, и я действительно занимаюсь посуточной арендой квартир, причем чужих квартир. Я сама живу в городе Бохинске, а квартиры сдаю в Казани. При этом я не вкладываю в это дело ни одного рубля. Вы спросите, не боюсь ли я конкуренции, продавая этот курс? Ну, во-первых, дело в том, что рынок растет с каждым днем, и все больше и больше туристов едет в город Казань, путешествуют. И все хотят жить в уютных, комфортабельных квартирах, нежели в гостинице. Поэтому заказчиков хватит на всех. Второй момент. В ближайшее время я планирую заполучить свои квартиры под сдачу. И мне нужны партнеры, которые будут перенаправлять мне клиентов, при этом зарабатывая комиссию. Это сделка, в которой побеждают все. И я, и вы. И еще, друзья, как было сказано ранее, в летний период, период праздников, цены на квартиры поднимаются ввысь. Поэтому, если вам нравится идея такого заработка, то сейчас отличный момент начать вместе со мной. Скоро праздники, летние каникулы, отпуска. А это значит, что именно сейчас мы можем увеличить свой доход в 3 раза, чем в обычные дни. И ваш доход легко может достигнуть более 100 тысяч рублей в месяц. Уверена, что это лето станет переворотным в вашей жизни, если вы примете решение и начнете прямо сейчас. Оформляйте заказ на курс и встретимся на обучении. Всем удачи!